Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. Ночью погоду в Латвии определит западная периферия антициклона. Будет преимущественно облачно, на западе с небольшими прояснениями, а на севере пройдет небольшой кратковременный снег. Местами туман и изморозь. Ветер слабый, южный. Минимальная температура воздуха -7, -12 градусов. На востоке похолодает до -17. На морском побережье теплее, там около -4. С утра в Латвии облачно, местами сохранится туман, во второй половине дня с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха -2, -7 градусов. На морском побережье около нуля. В Риге ночью облачно и без осадков. Температура понизится до -7, -9 градусов. Не в столице облачно с прояснениями. Температура -4, -6. Медицинский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде все. Хорошего вечера и до свидания.